Всем привет-привет, мои драгоценные! С вами, как всегда, канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня я буду делать для вас расклад на традиционную тему, что происходит в его жизни прямо сейчас. Стараюсь делать этот расклад для вас ежедневно, как получается, конечно. Использовать буду сегодня колоду Таро Grand Lux. Пожалуйста, визуализируйте вашего мужчину. Это будет экспресс-расклад. Я делаю большие расклады, глубокие для вас. На один вариант, на несколько вариантов на своем канале, а также делаю ежедневный экспресс-расклад как раз о том, какие энергии сейчас отыгрываются в жизни вашего мужчины. Пока вы визуализируете вашего партнера, напоминаю, что по вопросам обучения обращаемся в личку. Большими буквами пишите, пожалуйста, обучение, я смогу ответить оперативно на ваше сообщение. Также огромная вам благодарность за лайки, теплые комментарии, за ваши донаты, которые вы перечисляете мне. Поддержку моего канала и благодарность за мою работу. Огромное вам спасибо. Итак, да, еще хочу напомнить, что тему общего расклада можете озвучить, которая вас интересует, под роликом, ссылку на который я выкладываю под каждым своим видео, в том числе под этим. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Так, смотрите, если ситуация резонирует, если вообще какие-то сигнификации вашего мужчины резонируют и ситуация, то, соответственно, смотрите дальше. Если понимаете, что речь не о вас, то уходите с видео, потому что это общий расклад. И, ну, если нет, то нет, уж не обессудьте. Выходите с видео, ищите другое. И что касается этих раскладов, что происходит в его жизни сейчас, не нужно смотреть их 25 штук сразу. Потому что мы смотрим какой-то определенный период, какой-то определенный день. Что происходит с ним именно сейчас? Выбрали одно видео, посмотрели. Итак, тройка кубков. Какое-то празднество, какое-то отмечание чего-то может быть. Видите, здесь три девушки в танце кружат, у них здесь налито венцо, не знаю, что там коньячок, у кого что, у кого абсент, у каждого по-своему, конечно. Но у этого человека может что-то такое отыграться в сегодняшнем дне, может быть, что-то отмечает, может быть, вечеринка, может быть, свадьба, день рождения, может быть, просто ему легко, хорошо на душе, он себе нальет там бокал вина вечером, а может быть, и не очень легко на душе, но он все равно себе бокальчик нальет, выпьет. Если не пьет у вас, значит, он отвлечется как-то эмоционально. Вот что-то, какое-то удовольствие, либо вечеринка, либо какое-то празднование у него сегодня может быть. Это первое, это общая энергетика. Ну а также этот аркан говорит, что в принципе его день достаточно легко должен пройти, без каких-то особых таких проблем. Вот этот аркан очень часто об этом говорит. Какой мужчина у нас сегодня, какую энергетику он несет, сам этот мужчина, какую несет энергетику? Пятерка пентаклей, жадюга сегодня мужчина во всех отношениях. Жадный эмоционально, жадный материально. Какую энергетику? Пятерка пентаклей. Ну, во-первых, первое, что приходит на ум, так сказать, у него могут быть финансовые проблемы, финансовые сложности. Знаете об этом или нет? Ну, это неизвестно, может быть, и не знаете. Но он испытывает какую-то нужду. Посмотрите, по этому аркану как бы руку протягивает и просит денежек. У него какие-то проблемы финансовые есть практически 100%. Может быть, он кому-то занял денег, либо ему кто-то взаймы дал денег. Может быть, у него не хватает средств, там, допустим, на покупку чего-то. Может быть, он в общем стал задумываться о том, что что-то денег маловато, нужно что-то с этим делать. Вот у него сейчас пентаклевый вот такой аркан идет. Это кризис, кризис по деньгам. В какой-то из ситуаций в материальной сфере у него вот такой аркан выходит. Такая энергетика у него идет. Также этот аркан может говорить о том, что он сам себя проявляет как скряга, как жадюга какой-то. Может быть, у него попросили взаймы, а он не хочет дать. Но все равно здесь крутится вокруг материального чего-то, потому что это материальный аркан. Что происходит в жизни именно сейчас? Аркан Солнца. Давайте еще посмотрю еще что к аркану Солнца, потому что нужно все-таки посмотреть. В общем, у этого мужчины есть некая ситуация с какой-то дамой мечей. Дама мечей можете быть и вы. Здесь... Смотрите, если вы воздушной стихии, то наверняка это вы.
Либо это может быть, конечно, другая какая-то женщина, мы смотрим расклад не на вас и на этого мужчину, на этого партнера, а в принципе, что происходит в его жизни. У него закончился некий период с какой-то женщиной. Может быть, отношений, давайте уточним, что именно, закончилось что с этой женщиной. Нам показывают мужчину суперэгоиста, мужчину, который заботится о себе любимом в первую очередь, для которого слово «я», да, вернее, буква «я» – это далеко не последняя буква алфавита, а самая первая. Даже не то, что первая, а единственная и неповторимая. В главе угла ставит всегда себя любимого, вот такого вот, прямо прелесть замечательного. Все у него хорошо. Ему, в принципе, хорошо даже и самому с собой. Вот он вечером может там, я не знаю, пропустить действительно глоточек вина, чокнувшись, со своим отражением в зеркале, полюбоваться на себе, сказать: слушай, парень, ты такой классный, мне с тобой хорошо, ты просто замечательный. Ну, в общем, смотрите здесь как. Вот этот эгоист наш с большой буквы «э», хотя для него главная буква «я», здесь некая ситуация, это ситуация отношений чувств. С какой-то королевой мечей у него подошла к концу. Он мог расстаться с какой-то женщиной. Либо расстаться, либо что-то в их отношениях, какой-то сценарий окончился. Что-то подошло к концу, и он это понимает прекрасно. Он это понимает. Вполне возможно, что это произошло из-за того, что вот этой самой даме просто надоел его эгоизм, который он проявляет. И она могла здесь либо рубануть, либо что-то такое сказать ему, либо вообще себя проявить вот с такой вот точки зрения королевы мечей, женщины жесткой, что привело к десятке мечей. Десятка мечей — либо расставание, либо просто окончание. Ну вот она могла ему что-то резко сказать, для него это стало ясно, и он понял, что да, блин, вот действительно, действительно, может, она права даже, что так сделала, что так сказала. В общем, здесь в любом случае отыгрывается некая женщина, которая ему себя показала, так сказать, с точки зрения королевы мечей. И здесь он немножко даже так подобалдел, подофигел. О, а что она так может, она так умеет, я такой весь из себя красавчик. Женщине просто надоело то, что он себя так ведет, этот мужчина. И здесь именно отношения могут быть либо любовного порядка, либо, в принципе, их связывают какие-то отношения эмоционального плана с этой дамой. А мысли о вас? Давайте теперь о вас спросим. Ну, тут мужчина влюблен в вас. Мысли о вас самого высокого порядка идут. Это рыцарь на белом коне, это аркан рыцарь кубков. Нельзя сказать, что самый серьезный аркан. Нельзя сказать, что это мужчина, на которого во всем и всегда можно положиться. И он там вам выстроит дом и увезет в кругосветное путешествие и бросит мир к вашим ногам. Но вот в эмоциональном плане, да, он готов бы для этого. Он готов для вас на это, вернее. Потому что рыцарь кубков — это такой человек, тем более в мыслях. В мысли у него самое светлое, самое прекрасное о вас. Можно сказать, что у мужчины чувства к вам. Здесь действительно влюбленность есть точно. Поэтому мысли такого порядка. Мысли о том, что он о вас думает вот со всей душой, со всеми прекрасными эмоциями какими-то. Чувства к вам на данный момент времени. Ну, тут страсть. Но у этого мужчины к вам есть все. И эмоциональное стремление очень большое. Страстный порыв. Знаете, да, наверное, кто смотрит постоянно мои расклады, я этот аркан называю вселенский взрыв, потому что происходит такая вспышка, и образуется огромное количество жезлов, вылетают из этой вспышки. Посмотрите, как жезлы прорисованы. Олицетворение мужского достоинства. Это страсть, это яркость, это, ну, вот такой страстный порыв, так сказать. У него страсть к вам в первую очередь. Не вижу, мне не показывают, что это любовь какого-то там вселенски глубокого характера. Здесь мужчина движим страстью, но то, что к вам отыгрывается и страсть, и глубокая привязанность эмоциональная, это да. Что есть, то есть. Давайте намерение посмотрим его сегодня в отношении вас. Вы знаете, вы можете, в общем-то, быть вот этой королевой мечей, потому что здесь аркан восьмерка кубков, здесь вы действительно с ним могли либо расстаться, либо в какой-то предыдущий период времени, это не обязательно прямо сегодня,
Вот эти арканы, он в принципе сейчас как бы в его жизни отыгрываются, что вы могли расстаться, вы могли либо прекратить какой-то предыдущий сценарий отношений. Здесь кто-то мог выйти из отношений. Намерение по поводу вас, посмотрите, восьмерка кубков. Вообще это намерение уйти, но уйти по-английски, как ушел, так и вернулся. Восьмерка кубков. Человек как ушел, так и в любой момент вернется. Он ушел без намерения прекратить отношения навсегда. Он ушел для того, чтобы, может, попробовать что-то другое, да, в жизни, а может быть, для того, чтобы обдумать все и вернуться обратно. Вот какой это аркан. Но намерение здесь либо действительно выйти из отношений, либо выйти именно, изменить что-то в ваших отношениях. Понимаете? То есть выйти из тех обстоятельств, из той ситуации, в которой вы с ним сейчас находитесь. Вот. Вот так. Тут может быть двояко, может быть вообще несколько направлений, но смысл здесь один. Вы увидели, да, этот аркан? Человек оставил кубки, какие-то из них стоят, какие-то уже опрокинуты, и он пошел куда-то в никуда. Неизвестно куда, но это уход по-английски. Еще раз вам повторюсь, потому что восьмерка кубков – это не есть уход навсегда. И хоть здесь и десятка мечей, если эта десятка мечей произошла с вами, здесь у него окончание, то это не окончание, это пауза. Либо если какой-то сценарий прекратился, то да, вы действительно от этого сценария уйдете для того, чтобы потом заново возродиться, но уже в другом виде каком-то. Потому что я здесь не вижу намерения по мыслям и чувствам мужчины к вам, я здесь намерения прекратить с вами отношения не вижу. Ну, нам этого здесь не показали. Какие действия вообще от него можно, каких-то действий ожидать в ближайшее время. Но это в общих чертах, мы не смотрим там, знаете, что-то глобальное. Ну да, здесь мужчина опять выходит вам королем кубков. Много кубковых арканов выпало, запросто мужчина может оказаться ваш водной стихией. Либо ему не чужды как раз вот эти качества, характерные для представителей водной стихии. Это во-первых. Во-вторых, ну мужчина любит вас здесь, у него есть к вам... Любовь здесь есть у него. Любовь каждый вообще по-своему, конечно, видит. Но любовь — это главное в жизни. Это то, что дарит нам настоящее счастье, в общем-то, да? Правда же? И настоящие, по-настоящему яркие, красочные эмоции. Но этот мужчина это к вам испытывает. Поэтому, да, здесь мужчина, даже если вы с ним расстались, он ушел, либо он отворачивается от вас, либо как-то что-то, какие-то непонятки происходят, здесь все равно он будет проявлять себя по королю кубков. Я бы сказала, как ушел, так и вернется, либо как отморозился, так и обратно оттает. Но тут другой вопрос, вам вообще это нужно, не надоело ли вам это, да? А тут, может, и надоело, потому что если вы королева мечей, и рядом с десяткой мечей, посмотрите, вы оголили меч и держите в сторону десятки мечей. Поэтому у вас здесь может уже даже быть решимость некая прекратить, но у него такой решимости здесь нет. Ну вот такой получился расклад. Спасибо большое за то, что досмотрели до конца. Напоминаю вам, что это не глубокий расклад, это расклад, который нам показывает в принципе энергии, которые сейчас отыгрываются в жизни этого мужчины. Огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь на пальчик вверх. Думаю, что вам несложно его поставить. Вот так. Мне будет приятно, а вам несложно это сделать. Если еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки. Я же всех целую. Очень нежно люблю, обнимаю, желаю счастья, любви, только самых гармоничных отношений и самых достойных вас партнеров. Всех вам благ, всего доброго, до свидания.